Здравствуйте! В эфире телеканала МТВ программа «Встречная полоса». Добро пожаловать на первый телевизионный проект, где мы расскажем, чем живет госавтоинспекция и как сохранить безопасность на дорогах. В студии Алина Успенская и Антон Федотов. 2023 год только начался, но, к сожалению, в Волгограде и области уже происходят дорожно-транспортные происшествия. Мы подробно разберем самые резонансные ДТП этого месяца, выявим причину и наглядно покажем, что происходит, если не соблюдать правила дорожного движения. В Камышинском районе 40-летняя женщина-водитель не выбрала безопасную скорость для движения. В результате она не справилась с управлением автомашиной ВАЗ. Машину вынесла на встречную полосу. Произошло столкновение с автомашиной ГАЗ, которая от удара съехала в кювет. Женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте. Водитель автомашины ГАЗ доставлен в больницу. В Михайловском районе 30-летний водитель машины Ивека врезался в грузовой автомобиль Volvo. Он стоял на обочине по ходу движения. От удара машину Ивека вынесло на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с автобусом Volvo. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 человек, включая 3-летнего пассажира автобуса. По предварительной информации, в Кировском районе 19-летний водитель автомобиля КАМАЗ, имеющий стаж вождения 1 год, грубо нарушил правила дорожного движения. Выехал на перекресток дорог на красный сигнал светофора, врезался в микроавтобус «Пежо» и автомашину «Кия». В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров микроавтобуса, один из которых 12-летний подросток, от полученных травм скончались на месте. 9 пассажиров, среди которых четверо детей, госпитализированы. В городе Волжске 64-летний водитель автомашины ВАЗ при повороте налево не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомашиной «Шкода», которая ехала по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир автомашины «Шкода» скончалась в больнице. Пострадали 3 несовершеннолетних пассажира автомашины ВАЗ – 15, 14 и 9 лет. В Нованинском районе 27-летний водитель не справился с управлением автомашиной ВАЗ. Выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Рено. На автомашине ВАЗ была установлена летняя резина. В результате дорожно-транспортного происшествия виновник аварии скончался на месте. В Калачевском районе 48-летний водитель грузового автомобиля «ДАФ» не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоявшую автомашину «ВАЗ». В результате ДТП пассажир автомашины «ВАЗ» скончался на месте. Как вы сами увидели, в ДТП зачастую страдают не только виновники, но и те, кто оказался не в то время, не в том месте. Для того, чтобы контролировать ситуацию на дороге, сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия. Мы выявляем нарушителей, тем самым предотвращаем возможные ДТП. Некоторые водители встречи с инспекторами совсем не рады. Сотрудники ГИБДД быстро выявляют нарушения, которые могут повлиять на безопасность всех участников дорожного движения. Например, в затонированной машине солнце, конечно, не слепит. Но если уровень тонировки автомобиля нарушает допустимые значения, обзор даже в светлое время суток ограничен, а вечером практически отсутствует. Несложно догадаться, чем грозят такие нарушения. 11%. Должно быть 70%. В трех местах замеряется. 9%. 11%. Если водитель удалит пленку сразу, все ограничится штрафом в 500 рублей. Если нет, сотрудник ДПС выписывает предписание об удалении тонировки. Различные оправдания не освобождают от ответственности. Почему вы вообще тонированно ездите? Не моя машина, я просто с деревни в город приехал по делам. Ну а когда брали машину, знали же, что она тонирована? Ну, я же не буду ее растонировать к этому. Ну и с хозяином не разговаривали по этому Нет, поводу, да? Времени не было. В ненастную погоду стоит уделять особое внимание номерным знакам. Они очень быстро загрязняются и становятся нечитаемыми. Согласно Кодексу административных правонарушений Российской Федерации, это недопустимо. Инспекторы ДПС понимают, в такую погоду не заляпать номера невозможно и просят водителей просто протереть их и ехать дальше. А вы управляете транспортом нечитаемыми номерными знаками впереди. Забрызгивать нужно быть потерять. Без проблем. Документы проверим и устраните эту причину. В ходе рейда обнаружили и пресекли такое нарушение, как отсутствие необходимых документов на машину, в том числе и водительского удостоверения. Кто-то, по их словам, забыл дома, а кто-то решил и не проходить обучение в автошколе, не сдавать экзамены в МЭО и ездить без права управления транспортным средством. Выявлен
водитель, не имеющего права управления, пояснил, что проехать вот до соседнего дома. Поэтому хотелось бы обратить внимание, что невзирая ни на какой промежуток временной, либо какой-то километраж, если человек не имеет права управления, садиться за руль, ну, конечно, категорически нельзя. Нарушителю грозит административный штраф от 5000 до 15 тысяч рублей, а также отстранение от управления автомобилем. Транспортное средство отправляется на штрафстоянку. Большинство водителей положительно относятся к рейдовым мероприятиям и призывают автомобилистов быть внимательными на дороге. Правила должны быть для всех одинаковые, и пренебрегать это, конечно, чревато. Люди, не думая, поворачивают куда хотят, не смотрят, куда поворачивают, и после этого, соответственно, ДТП. Основная цель таких рейдов – профилактика ДТП. Сотрудники ГИБДД проводят анализ дорожно-транспортных происшествий и выходят в рейды, когда аварийность на дорогах возрастает. Для того, чтобы безопасно передвигаться по дороге в зимнее время, необходимо обязательно переобуть автомобиль на зимнюю резину, проверить исправность стеклоочистителей и наличие очищающей жидкости, избегать резкого торможения и превышения скоростного режима, быть особо внимательными к пешеходам и манере вождения других автовладельцев. Несмотря на то, что любой, кто хочет сесть за руль, проходит обучение в автошколе, сдает экзамен, некоторые правила со временем стираются из памяти. Одно из самых сложных – движение регулировщика. На самом деле, выучить и запомнить, что обозначает каждый жест регулировщика, довольно просто. Мы подготовили для вас небольшое наглядное пособие, чтобы у вас не возникало проблем, когда вы встретитесь на дороге с ним. Зачастую не все водители знают жесты регулировщика. Это создает определенные сложности при движении транспортных потоков. Сейчас я вам наглядно расскажу и покажу, что это очень-очень просто. Самый первый и самый основной из всех жестов регулировщика – это жест «Внимание всем». Данный жест показывает всем участникам дорожного движения, что транспортные потоки должны остановиться. Сейчас я покажу, как это выглядит. Чтобы участники дорожного движения поняли, делаем дополнительный жест рукой. То есть останавливаем транспортный поток. Второй жест регулировщика – движение во всех направлениях. Я сейчас вам его покажу и расскажу, как двигаются транспортные потоки при данном жесте. При данном жесте регулировщика транспортные потоки движутся за моей спиной, могут поворачивать за моей спиной направо, двигаться по моим рукам, то есть осуществлять поворот налево, либо разворот. Да? Транспортные средства, которые находятся по мою правую руку, стоят и ждут дальнейшего действия регулировщика. Дополнительный жест указывает направление движения транспортного средства. Могу показывать еще так. То есть транспорт может двигаться за моей спиной. Сейчас расскажу про третий жест регулировщика. Есть основное правило. Если транспортное средство смотрит мне на грудь, либо на мою спину, то они стоят на месте. Грудь, спина – это стена. Вот. Все транспортные потоки движутся по рукам, то есть по рукам регулировщика. Да? При данном жесте транспортные средства могут двигаться за моей спиной, соответственно, да, и со стороны правой руки. Вот, дополнительный жест, я им показываю, как двигаться, да, в каком направлении. Также они могут осуществлять поворот направо, и за моей спиной тоже транспортные средства, которые двигаются, могут осуществлять поворот направо. Как вы убедились, движения регулировщика достаточно просты. Я думаю, что наша памятка поможет вам использовать их в повседневной жизни при движении по дорогам города-героя Волгограда. В
2023 году произошли некоторые изменения в законодательстве, напрямую касающиеся водителей. Но не все они понятны автолюбителям в полной мере. Мы поговорили со специалистами межрайонного экзаменационного отдела. После просмотра следующего сюжета у вас точно не останется никаких вопросов. С 1 января 2023 года у нас перестала действовать скидка по оплате государственной пошлины при замене водительских удостоверений, при осуществлении регистрационных действий с транспортными средствами. То есть теперь государственная пошлина оплачивается в полном размере. Но, тем не менее, запись через портал госуслуг, получение государственной услуги в электронном виде позволяет получить услугу более качественно, сэкономить время. Это, тем не менее, также осталось наиболее удобной формой получения услуги. Постановлением правительства номер 626 от 9 апреля 2022 года продлен срок действия водительских удостоверений, срок действия которых оканчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Срок продления составляет 3 года. Поэтому замена водительского удостоверения в данном случае не обязательно. Управлять автомобилем можно продолжать по старому водительскому. Также одним из новшеств является появление в настоящее время приложения «Госуслуги авто», упрощающим общение водителя с инспектором, поскольку данное приложение содержит все документы, необходимые для управления автомобилем в электронном виде. Инспектору предъявляется QR-код, по которому уже можно определить, есть ли водительское удостоверение у человека или нет. Но поскольку приложение действует в тестовом режиме, инспектор вправе потребовать оригиналы документов. Прописная истина. Если человек употребил хотя бы несколько глотков спиртного, ему категорически нельзя садиться за руль. Но не все следуют этому правилу. Замедление реакции, раскоординация движения, невозможность полноценно воспринимать ситуацию на дороге, замутненный разум. Такие последствия вызывает алкоголь. И если человек в таком состоянии выезжает на дорогу, последствия ужасающие. Сегодня мы поговорим о том, чем опасно пьяное вождение. Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден, но не для всех. Некоторые водители абсолютно уверены, если они сядут за руль под градусом, ничего страшного не произойдет. Это роковое заблуждение приводит к страшным последствиям. Каким? Покажем наглядно. В Михайловском районе за руль села 29-летняя женщина без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Женщина не справилась с управлением, машина перевернулась. Пострадала не только сама нарушительница, но и ее 2-летняя дочь. Она находилась на переднем пассажирском сиденье, на руках у 17-летней девушки. От полученных травм ребенок скончался на месте. Стоит ли говорить, что все люди, находившиеся в салоне автомашины, были не пристегнуты. Гибель собственного ребенка. Что может быть страшнее для родителей? А ведь трагедии можно было избежать. Стоило женщине вовремя задуматься о последствиях и не садиться за руль. Она заплатила невероятно высокую цену за свою пьяную ошибку. В похожую ситуацию попал и другой водитель. В Городищенском районе 35-летний мужчина, находясь под градусом, не справился с управлением. Его машина перевернулась. Давай скорую, быстрее вызывай! Быстрее скорую вызывай! В результате ДТП серьезно пострадал 8-летний сын виновника аварии. Мальчик вылетел из салона через окно передней пассажирской двери. Ребенок был не пристегнут и находился в автомобиле без детского удерживающего устройства. И снова страдают ни в чем не повинные дети. Мог ли мальчик представить, что поездка с родным папой обернется для него такими страшными последствиями? И как теперь отцу жить с мыслью, что он искалечил собственного ребенка? Некоторые водители, вместо того, чтобы признать свою ошибку и сделать все, чтобы больше никогда ее не повторить, упорно доказывают, что они не виноваты. Ведут себя агрессивно, устраивают дебоши и тем самым лишь усугубляют свое и без того незавидное положение.
Похожий случай произошел в Тракторозаводском районе. 37-летний мужчина находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Когда его доставили в отдел полиции, он стал провоцировать конфликт, разорвал процессуальные документы, а медицинское освидетельствование проходить отказался. Я не управлял машиной, понял? Ну, хорошо. В отношении него был составлен административный материал. Как следствие, лишение прав. Вряд ли человек на трезвую голову будет вести себя подобным образом. Такое поведение можно смело назвать неадекватным. Как человек, который не способен здраво воспринимать окружающую обстановку, может садиться за руль? О какой реакции, навыках вождения, соблюдении правил дорожного движения может идти речь? Некоторые водители превращают факт преступления в шоу. Еще один случай из Тракторозаводского района. 40-летняя автоледи тоже находилась за рулем в состоянии опьянения. Но в отличие от предыдущего водителя, устроила пьяный дебош прямо в машине задержавших ее сотрудников ДПС. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за езду в пьяном виде и была лишена права управления транспортными средствами. На этот раз в отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по статье «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения». Самое нелепое, что может делать пьяный водитель – отрицать факт нарушения. Мол, не пил, за рулем не был и вообще шел пешком. Первичная оценка состояния водителя, медицинское освидетельствование, видеорегистратор, камеры наружного наблюдения и показания очевидцев позволят с легкостью доказать обратное. Так было с 48-летним водителем, который в состоянии алкогольного опьянения протаранил один из столбов в Кировском районе. Пострадал и столб, и сам водитель. При этом мужчина категорически отрицал факт, что за рулем находился именно он. Ничего не делал. А как ты здесь оказался? Посреди дороги, на полосе встречного движения, снес дорожный знак. Я вообще не ехал. Не ехал? А что, ты сидел просто в машине? Сидел. В машине сидел? Сидел. А кто с тобой ехал? Не знаю. Однако отговорки не сработали. В отношении волгоградца было возбуждено административное дело производства. Мы хотим обратить ваше внимание на характерные особенности поведения водителей при составлении административного материала. Отрицание факта управления транспортным средством. Попытки избежать ответственности при помощи третьих лиц. Создание конфликтной ситуации. Агрессия, применение физической силы к сотрудникам полиции. Попытки скрыться с места происшествия. Угрозы, запугивание. Все эти действия не помогут нарушителям избежать заслуженного наказания. Важно помнить, непозволительно садиться за руль в нетрезвом виде. Не только потому, что за это предусмотрена административная и уголовная ответственность. Каждый грамм выпитого алкоголя – это игра со смертью. Пострадать может не только сам нарушитель, но и самые близкие ему люди. И исправить страшные последствия будет уже невозможно. Слова здесь излишние. Результаты пьяного вождения говорят сами за себя. А наша программа подходит к концу. С вами были Алина Успенская и Антон Федотов. До встречи на телеканале МТВ.